Классическое тесто для пиццы делается из специальной муки. Смесь муки дурум, натуральных дрожжей, закваски, оливкового масла, соли и воды. Тесто замешивается вручную и после расстройки раскатывается тонким слоем, как правило, до полусантиметровой толщины. Тесто покрывается томатным соусом либо его аналогами. После этого возможно добавление практически любых начинок. Классическая пицца выпекается в специальной дровяной печи, которая называется помпейской и имеет форму свода в виде полусферы. Также пиццу готовят в подовых и конвейерных печах для пиццы. В дровяных печах огонь разводится с одной из сторон, поднимаясь вверх, жар от него попадает в фокус сферы и отражается в центр печи на середину пода, нагревая его. В связи с этим пицца в такой печи готовится около 90 секунд, а в домашних условиях, в предварительно разогретой до 250-275 градусов Цельсия духовке примерно за 8-10 минут.